заявляю в ответ на предложение президента Российской Федерации Владимира Путина о диалоге, что контакты между лидерами государств на каком-то этапе в обозримой перспективе состоятся. В какой-то момент мы вновь проведем переговоры вместе с моим российским коллегой Владимиром Путиным. Уверен, что мы поговорим в какой-то момент, что на каком-то этапе состоятся наши переговоры. We hope we can keep the pace about 2.5 million a day, which would mean that we may be able to get to